Сегодня Аким области Гульшара Абдыкаликова через платформу Zoom в онлайн-формате провела прием граждан по личным вопросам. Сегодня глава региона приняла 14 записавшихся на прием граждан. Большая часть вопросов социального характера, в том числе жилищный вопрос. На приеме было отмечено, что последние годы строится много жилья. Ежегодно сотни кызылординцев получают новые квартиры. Но было подчеркнуто строго в порядке очереди. Часть граждан обратились к Акиму с проблемами здоровья, в их числе семья Раметовых, о которых рассказала о своих выпусках программы «Иштага» нашего телеканала. У главы семейства редкая болезнь, ампутированные руки и ноги. Семье, где воспитывается трое детей, в таком положении крайне необходима типовая квартира. Представитель семьи также спросил, нельзя ли инвалидность оформить пожизненно. По всем обращениям граждан даны поручения соответствующим ведомствам.